Казанов Анатолий. Солдатские будни для этих парней начались уже сегодня. В 5 утра, пройдя медицинский контроль, они получили военный билет. По плану, сегодня должны были отправить 12 человек, но один из новобранцев почувствовал недомогание. И для него служба начнется чуть позже. Такие сейчас строгие правила. 37 на температуре, уже не имеем права отправлять. Оставшиеся солдаты с вещами на выход. Шаг еще не строевой, но этому они научатся за время прохождения службы в вооруженных силах. Для Максима Дворецкого вопрос, идти в армию или нет, решен с детства. После окончания службы намерен остаться по контракту и стать военным. Хотел бы попасть в космические войска, то есть ракетные, к примеру, или вот зенитные комплексы. Получать военную профессию, к примеру, ну, ракетчик, если так правильно называться. Даниил Трубачев уже полгода рвется на службу. Рад, что сегодня он в числе первых. Я готовился, я участвовал в юнармии 2 года. Вот. Думал, что меня заберут летом, летом не забрали. Вот сейчас вот пошел служить. Из-за пандемии коронавируса поменялось многое. В том числе перед отправкой уже нельзя попрощаться с родными. Но одну традицию нарушать не стали. Микроавтобус с призывниками отправляется на сборный пункт под легендарный марш «Прощание славянки». Провожала своего младшего брата. Все дружно провожали его. Будем ждать, чтобы он отслужил хорошо у нас. И чтобы все мальчишки отслужили. И нормально, чтобы вся служба у них прошла. Я провожала парня. Ну, настрой боевой. Ждать. Не так уж много, год всего лишь. Осенняя призывная кампания, стартовавшая 1 октября, продолжается. Столпотворений и очередей нет. Военкомат. Парни приходят в строго отведенное время. В первую очередь вызываются ребята, которые непосредственно сейчас осенью уйдут в войска. Остальные категории, имеющие отсрочку, право на отсрочку, которые ограничены годные по состоянию здоровья, будут вызываться в последнюю очередь. Призывная комиссия работает каждый день с перерывами на проветривание и дезинфекцию помещений. Без этого никак. Безопасность в период пандемии здесь под особым контролем. Маска, обязательная термометрия и обработка рук. Попасть на призывной пункт в этом году можно только так, через санитарную зону. Причем касается это не только будущих новобранцев, но и всех членов призывной комиссии. Небольшое помещение недавно оборудовали бактерицидным рециркулятором. Устройство, которое обеззараживает воздух, а также бесконтактный термометр – это подарок от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. В настоящее время, ну, наверное, это является одной из самых стерильных комнат у нас на призывном пункте. Оборудовано всеми необходимыми средствами, антисептиками. В ходе осенней призывной кампании ряды вооруженных сил пополнят порядка 200 парней из Бийска, Бийского и Солтонского районов. Они будут служить в разных частях и в разных уголках нашей страны. Уже известно, что один из бийских новобранцев отправится в президентский полк. Евгений Плохотин, Андрей Сигаев. День с толком.